Эфир «Шадр.Инфо» стал доступен абонентам кабельного телевидения города Катайска. Вещание в самом западном райцентре нашего региона было налажено на днях совместными усилиями технических специалистов «Шадр.Инфо» и сети местного кабельного ТВ. Необходимость подобного шага была продиктована как общей стратегией руководства канала, так и возрастающим интересом катайского телезрителя к нашим материалам, которые, к слову, до этого были доступны катайцам только посредством интернет на портале shadr.info или в ТВ-пакете оператора Ростелеком. Переговоры о включении телеканала Shadr.Info в кабельную сеть города Катайска велись уже на протяжении одного года. Именно сегодня были выполнены все технические работы, и телеканал запущен в кабельную сеть данного города. Интерес к нашему телеканалу со стороны руководителей кабельного телевидения и со стороны жителей города Катайска был налицо, и поэтому мы очень рады, что именно сегодня телеканал Shadr.Info доступен в кабельной сети города Катайска. Развитие сети вещания телеканала Shadr.Info по-прежнему является одним из основных направлений его работы. Охват максимального количества телезрителей, а также открытость для сотрудничества с провайдерами остаются ключевыми намерениями нашей деятельности. На сегодняшний день, кроме Шадринска, сигнал Shadr.Info принимают зрители кабельного ТВ в Долматово и Катайске, клиенты курганского интернет-провайдера Arbitel, а также абоненты универсального оператора связи Ростелеком по всему Зауралью.